Битлз или новый оловянный солдатик. Наш спектакль о любви и ненависти, о зависти и предательстве, о том, как часто нам приходится сталкиваться с детской агрессией и жестокостью. По ночам в магазине игрушек происходят странные вещи. Куклы превращаются в страшных и злобных монстров, ненавидящих всех, кто добрее, красивее и лучше них. Прекрасная кукла-балерина влюблена в оловянного солдатика, но им не суждено быть вместе. Музыка Константина Васильева, хореография и постановка Татьяны Петровой и Владислава Курапшина.